Приветствую всех стратегических жевжиков, а также сочувствующих им примкнувших. Это продолжение FFA сериала за Эфиопию в Sid Meier's Civilization 6, поэтому если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за вдохновение. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, 17, следующий посел сколько стоит? 115, отлично. Но это уже, наверное, не в Addis Ababa буду покупать. А, подождите, а покупаются ли они, если не распространена религия? А, покупаются, отлично. Блин, вот это проблема на самом деле. Как мне вот этих ребят оттуда убрать? Потому что дуболомам тяжеловато будет их атаковать, тем более через реку. Я могу только, знаете что, может мне вот сюда вести город? Вот тут я, наверное, смогу поставить. Главное, чтобы мне не убили скаута и дуболома, пока я туда иду. Нафига я тут метку себе ставил. Так, давайте-ка отложим исторические хроники, а драму и поэзию сначала откроем для моей уникальной фигни. Так, здесь один заряд, да? Угу. Пошли эту фигню... А, блин, 4 хода. Сейчас ГГшек и все дают квест на нанять людей. Это пошел. Да-да-да, ты еще с первого этого. Ой, капец. Очень странно. Да, пошли в навигацию по звездам. Тут монумент. Или галеру. Давайте галеры, наверное, блин. Конечно, надо... Карточку, нет, давайте монумент, ладно. Карточку. Если еще прачников без карточки можно строить, то этих ребят очень желательно с карточкой. Вообще ни одного чуда до сих пор не нашел. Но это и хорошо. То есть я хочу Канди засоюзить, тогда чудеса находить, чтобы реликвии капали. Блин, 3 прачника стоит. Ну это ж трындец просто. Так, прачников я нафигачил. Да, туда посел долго будет идти. А вот это интересно, откуда вообще? Может, это с этого лагеря, который я тут убил? Может, выкупить эту клетку? Здравствуйте, господа. Привет. У Сия Холопса есть вопросик для вас. Я давно не играл, там требуются какие-нибудь еще обновления, кроме Gathering Storm и Resonfall? Нет. Все, благодарю, вы играете? Да. Вот так можно клетку все передать, видите? Хорошего вам игры. Поэтому я тут сейчас вырублю овец, и это будет для кампуса. Так, прачников сделали. Ну, наверное, давайте еще рабочего. Потому что здесь надо идти сюда вырубать. Будем там кампус делать. И мне бы, конечно, в теологию. А, слушайте, ну... После драмы и поэзии конкретно теология. Я не знаю, что я... Ну, вообще, политическая философия, конечно, тоже нужна. Но... Тут я плюс 100% веры и производства будет. Все-таки. Нет.
Или может для Аддис Абебы овец вырубить? Давайте же, давайте для Аддис Абебы вырубим. Ну, то есть, там важнее население, чем в Микеле. Так, теперь опять передаем через жопу клетки. Пойду. Ну, вообще так территории... Я вообще так смотрю, территории прилично завезло. Не знаю, как там у других, но вот в нашем месте тут селись не хочу. Неплохо, да. Вот проблема этого города, что он очень... мне будет тяжело ту армию перебрасывать против Франции, поля, если он решит на меня напасть. Все равно, место прилично. Лёша, ты же прошли под Египтом, да, вот ты? Да. Да, да. Угу. Ты веру будешь селиться? Буду, но, блин, тут столько территорий, я не знаю. Я не уверен, что мы будем соседствовать. У меня сверху снег. Сверху находится поселенец. Где он? Неплохо. Так, это хорошо. Немножко зачищать эту территорию. Так. Этим рабочим следующим ходом обработаем. Этим. Ну, пошли тут, может. Гача. Так, господи, что ж в Аддис Абебе-то строить? Большой бассейн не хочу. Я тут лучше дамбу построю. Большой бассейн не дает соседства. Ну, может, уже всадника действительно. Одного. Армия только у финики. Но мне кажется, это он свои эти уникальные лодки построил. И за счет этого там плавает, делает. Так, значит, в Гондоре я сейчас буду священное место строить. Ой, ой-ой-ой. А вот это уже не очень... Там реально столько прачников наспамилось, просто трындец. Мне бы, конечно, в этот город отправить, но я фиг знает, когда я его поставлю. Слушайте, а может в Руан отправить? Давайте я в Руан отправлю. Скорее всего, разграбят этот караван, конечно, но зато у меня тут дорога будет. Шесть веры. Просто шесть веры. Привет. Так. Значит, покупаем... где у нас тут священное место? Вот здесь. Покупаем... Строим. Это 4 производства сверху. Так, давайте, наверное, этим в Гондор встанем, а этим сюда встанем. Давайте подумаем, где тут. Я бы, наверное, вот здесь действительно поставил эту штуку. Да. Все варвары мира обрушились на меня. Ну, прям так уж и все. Ну,
Один ход для гавани. До гавани подожду. Ну, я зачистил ход. Два лагеря. Три лагеря. Я лучше гавань сначала стенок. Построю, а не я уже четыре лагеря зачистил. Поэтому пропустим. Больно бьют скаута. Ну, надеюсь. Видите, и лошадь долго бежит. Но лошадь не точно ничего сделать. А само по себе священное место дает очки великих людей. Исследователь. В смысле, да. Ну пророка дает. Ну вот. Очки пророка дает. Сколько стоит купить посела? 115. Уже могу покупать и, наверное, вот сюда куда-то поведу. Нету... Ну да, в Гондоре. Нету воды здесь. Я не хочу на этой... Хотя... В принципе, я тут дотягиваюсь до кампуса. Наверное, вот сюда надо... надо подумать. В принципе, ставить. А, стоп, тут нету холмов. Конечно, холм надо обязательно. Эх, фак. Это инженерное дело. Хватит трогать мою кружку. Ой, тут сейчас еще два ресурса роскоши даже обработаю. Открытие границ. Стоит ли переплывать? Что-что? Открытые границы не хочешь? Это кто спрашивает? Египет. Ну, мне, в принципе, я туда в сторону, я не пойду через тебя. Пока, наверное, нет. Ну что там слева от тебя там горный хребет, ты долго обходишь по твоего разведчика. Что? От твоего разведчика там слишком много надо обходить гор. Который разведчик, который возле Апу. Ну я понял. Mm-hmm. Блин, как тут больно-то все. Варвар украл строителя у Унцы. Этот строитель с тремя зарядами просто... Ну, конем я тут смогу все зачистить. Ладно, подождем рабочим. Видать, да. Немножко счастья подняли. Ну, давайте думать. Равнина. Ну вот, холм, да. Но мне, походу, сюда надо ставить. К сожалению. Еще есть вариант сюда. Кстати, кампус на плюс 4. Мне кажется, что это далековато. Сюда 5 ход... Ну, одинаково. Давайте только прачника дождемся, наверное. Построили Артемиду, поздно. Поздновато. Ой. Тут тоже у меня какой-то гоп-стоп. Так, это холм? Холм, тогда сюда. Тут только скаут может проатаковать. Прикиньте, не убили мне. Дуболома и ставлю спокойно город. А, собственно, вот у меня в том месте, где... Можно кампус будет ставить, как раз и стоит этот лагерь. Мы им займемся. Так, вот тут точно надо монумент. Потому что будем спорить. Ну, вот это я хороший город поставил. Еще два ресурса. Вопрос только в том, насколько захочет меня убивать
Бразилия, привет. Франция. Привет. Давайте с ним пока дружбу. Франция, кельты, дружбу отправил. Античную республику давайте. Бонус соси. Ну, у меня нету пока еще ни одного кампуса, как бы бессмысленно. Два влияния. Давайте 100% кораблям построим три ремы. Две. Ну и, наверное, производство строителей, потому что я веру на поселенцев хочу тратить. Давайте подумаем. Он мне кому-то тут предлагает, но он просто не в курсе, что мне надо на холмы ставить. Да нет, надо все-таки сюда ставить. Че, оливок куча? Няма-няма. Гал, а у тебя сверху нет нигде лагеря варта? Чуть выше твоего саморобрива. Есть. Есть? Я так и понял, потому что... Помнишь, еще варваров нет. Я к нему только... Халявная экспа. С одной стороны, да. А с другой стороны... Финикия вынуждена объявить войну Аккаду. Блин, на мини-карте города Галла и Египта очень похоже выглядят по цвету. Да-да-да, я тоже заметил. Так, наверное, с этого сначала. Или с этого. Эти с этого. Потому что... Он не должен мне разведчика убить. А вот этот мог мне этого убить. А, кстати, я вообще могу его убить еще дубовым. О, тем более. Так... Вот тут еще и Англия с этой стороны. Короче, я так понимаю, что Дед Бородет и Доктор Чума за Францией там. Все, можно чудеса находить. Ну и храмы надо строить. Так, наверное, давайте я тут куплю... Не тут, а куплю торговца. Где она? По верхней линии. Вот, самый сплет линии для меня. Воинственную тактику я вряд ли ускорю. 8 тематики, да, понимаю. Да. Так, ну, все да, очень да. Пока неплохо, честно говоря. В Микеле гавань. Подожди, что я хотел после гавани построить? Ну, понятно, маяк. Блин, забыл, что я хотел в Микеле, честно говоря. Фио, я тебе метку кинул. Сейчас еще одну кину. Ну, я в твою сторону больше селиться не буду, если ты мне про города. Только, хорошо. Ну, как бы вот этот нижний сахар я забираю, а там у тебя есть сахар, так? Нижний сахар? Ну, вот рядом с Харером, видишь, у меня сахар. А, да, да. Чтоб да. Ты не выкупил, знаешь, поставишь город это... и понеслась. Ну, хорошо. Договорились. Приятно с вами иметь дело. Симметрично. Просто, видимо, француз не в курсе, как у меня положение. Может быть, он бы и подумал о том, чтобы меня поатаковать. Так, давайте... Я не хочу убивать этого дуболома, потому что я под антикавалерийский юнит тогда встану.
блин, тут минус 2 идет. Ну, все равно я хочу тут город ставить. Ну, кстати, у меня тут будут проблемы с лояльностью. Так, вот тут надо бы, конечно, монумент строить и сразу купить строителя. Обработаю янтарь, и можно будет с кем-нибудь поторговать. Так, а ни у кого никаких ресурсов на торговлю не будет в ближайшее время? У меня будет. Слушайте, меня а тоже. Давайте мы, наверное, у меня... даже из аду и скорее отправим. Ну, я смогу янтарь поменять. Ой, янтарь у меня есть. Я смогу чаек скоро. У меня уже трюфели поменять. Будь здоров. Мне хлопок. Саша, видишь, с Олей все нормально. Сидит, чихает. Могу поменять шоколад, янтарь и оливки. О. А, блин, тут нету производства, потому что я сюда... Так, ребята, мне надо разнести веру. Нету производства, потому что и религии как раз нету там. А, блин. Сколько миссионер? 70, а что так дорого? Кстати, акведуки уже доступны. Возьму, кстати, сразу против антикавалерийских как раз. Блин, а если я сейчас встану, не убьет есть ли? Есть хлопок. Так, а на янтарь ты говоришь, ты не меняешься, у тебя самого есть, да? Нет, я говорю, что у меня янтарь нет, на янтарь я бы поменялся. А, ну вот, давай. Ты кинешь? Да. Так, и надо дружбу Египту кинуть. Вот мне бы дойти... Египет предложение. Дойти до союзов. Минус 2 идет. А, ну я сейчас получу Губера и сюда Рейну посажу. Так, а что он мне тут стоит, блин, в защите? Забыл про этого скаута. Нормально, так на Хендж Доро спрятался. Да. Я мне надо нет. Тут прачника держать в Адуе. Пожалуй. Так, надо акведук строить и надо промышленную зону. Написано плюс один, но будет... Чё, пизделка. Ошибись будет. А, право прохода хочет. Да, кстати, тут надо следующим акведук строить. Здесь. Блин, я что-то хотел в Микеле, я помню, я что-то прямо думал, ну, кампус это само собой. Прям, я подумал, что надо вот прям построить быстрее, и что-то вылетело из головы каким-то образом. Блин, надо было, наверное, сначала дуболомом проток... у меня, наверное, уже лучники открыты, да. Это можно. Нафига я? Ну ладно, давайте мечников откроем. Потом деньги. Так, Рейна в Адую.
По идее, не должен рабочего захватывать этот варварский скаут. Так, ну надо уже кампуса как-то начинать делать. Англия, предложение. Ну да. Так, где союзы? До 10. Есть возможность в Адис-Абебе? Есть. Есть. Так, надо покупать здесь рабочего. Я думаю, что я еще накоплю на поселенца. Я даже, кстати, не знаю, где ставить пока. Давайте купим строителя. Он вырубит здесь лес. Пойдет сюда, вырубит тропический лес под кампус. Тут у нас кампус здесь. Угу. Надо, конечно, вот тут еще посмотреть внизу. Может, тут еще город поставить. Ну, выглядит, во всяком случае, нормально там место. Тут, конечно, пустовато немного. Ну, как минимум, видите, кампус вот на плюс 3, да? Плюс 3. Кстати, давайте, наверное, по пути камень еще обработаем. Как раз у нас еще заряд останется. Да. О, на плюс 3 священный. Так, я что-то с правительственной площадью как-то... Я бы тут сразу священное место, на самом деле, строил. Да, и миссионера мне надо. То как-то медленно... Но мне в Гондор точно надо распространить, потому что там очень крутое священное место. Так, еще могу янтарем поторговать, кто хочет. Тут что предложить? Ну да. Тысячи сады. Так, ну мне 9 ходов и 3 очка до золотого века. Ну, например, железо, да? Делаем. Это одно очко. Минус. Только что-то этот лагерь забираем и, собственно, золотой век. А там стена выросла. Так, у меня очень хороших 6 городов. Давайте думаем. Ну, вообще, мне кажется, вот сюда куда-то стоит ставить. Тут холм хотя бы есть, да? Вот тут выглядит, ну где, сюда, например. Так откуда вот эта фигня прибежала? Нет уж никаких лагерей, кроме этого. Как спамятся эти. Тут еще и благовония, кстати. Я бы, наверное, вот сюда. Блин. Ну, значит, сюда надо ставить.
Француз, но я поставил метку, где я еще город поставлю. Ну. Ну хорошо, давай. Так, тут стоим на месте. Что тут еще осталось? Может, действительно здесь эту поставим? Да, давайте. Все верно. Да, тут, конечно, с горами. Я даже не знаю, кому это завезло с горами. Ну, видимо, это все-таки мои горы, как бы эфиопские. Я вот смотрю. Да, так, кстати, у ребят тут тоже, в принципе, есть какие-то горы. Ребята, где хоть какие чудеса? Вот там, не знаю, француз, кельт, вы где-нибудь рядом что-нибудь находили? Возле, чудеса возле природы, Калькутты, я имею в виду. Есть. Где? Возле Калькутты, справа от нее. Я не знаю, где Калькутта. Я индуса даже не встретил еще. Ты видел? Какой-то город ты мой видишь? А, твой? Сам, ну, нижние вот эти, Мемфис и Апу. Короче, от Апу на 10 часов влево. Ага. Спасибо. Там довольно-таки много. Так, ну, наверное, надо начинать лагерем заниматься. Конечно, больно бьется, но сейчас еще этот подойдет. И 8 производств. Вот это я понимаю. Храм, амбар, святилище. Так, вот тут нужна правительственная площадь на самом деле. И я думаю, что как раз вот тут мы ее поставим. У меня там стоит на рабочих, да? Блин, я... А, я вспомнил, что я хотел в Бакеле строить. Теперь я вспомнил, посмотрев на карточки. Ладно, уже маяк достроится. Просто карточка бессмысленно висела, смотрите, сколько времени. А, слушайте, так мне сейчас ее не надо строить. Это на следующую уже тогда эпоху надо оставлять. Потому что я и так уже в золотом веке. А за что я получил? За офигительную... производственную площадь. Еще 4 производства, как видите. Ладно, а где у нас дамба? Не видна. Не видна. Ну, мастерские... Гала, ты до сих пор опиды не построил? Опиды. Ты мне неправильно ударение ставил. Строил? О! А вот и шедевр. Давайте пока храм. Ну тут надо, наверное. Тут надо, наверное, рабочего все-таки. Так, и. Может, все-таки здесь поставим город? Вот. Ну, вот эта пустота не очень нравится. Ладно, позже. Пока нам надо сюда привести. Так, из... Знаете, из Гондора я все-таки отправлю караванчик. Блин. Ход закончился, нет? Ну, в смысле, сейчас идет 54-й ход. Сейчас, пожалуйста, подождите.
А, генератор. А что-то в Фераксе. Давайте паузу. Минут на 5. Так, ну теперь мне не особо надо поломать уже этот лагерь. Можно опять на следующую... Разведчик долго будет стоять надо мной? На следующую эпоху оставить. Он, так, он там отпиливался. Соседи, когда у вас союзы? Да, блин. Крайне скоро. Еще не нашел даже. Союзы после политической философии, как вы не нашли. Ага. Тогда через 8 ходов. Не знаю, наверное, эти остальные города сами обратятся. Джима так точно. Не хочет ли мне какой-нибудь город религию? Ладно. Ну так что, Египет, ты пропустишь меня? А. Я уже принял. Угу. Знаете, может, в разведку его отправлю. Ты вообще где находишься? Ой, я... слева от Минелика. А, ты снизу? Да, и снизу. Так, математика открыта. Строительство, машиностроение... Военная инженерия. Ну, две галеры надо создать. Нет, давайте строительство открою. Я мельницу не буду делать. У меня только два города, в принципе, на реках. И в них есть что делать и так. Сейчас, мне кажется, захватит мне этого рабочего. Я зря сюда пошел. Но он захватит в том случае, если это скаут без лагеря. А мне кажется, вот... Он, скорее всего, из этого какого-то лагеря, который я тут поломал. Так, у меня есть уже одна реликвия. Хо-хо-хо. Давайте ее так вот используем. А, какие стены начали строиться? Меч, скашивающий траву. Не, свалил. А? Это хорошо. Донные стены начали строиться. Какие стены? Ну, типа бот поставил, я так понял. Приятно. Так, ну чё? Не, не хочу апать. Не хочу точки эпохи пока зарабатывать. Так. Идем сюда. Как бы нам так... А, пойдем по краю континента. Из Кондора в Адис-Абебу. Так, сколько до конца эпохи? 6 ходов. Но я не хочу пока строить. Так, давайте мы поменяем карточку. Бессмысленно, в общем-то. Посидел с карточкой. Абсолютно. Соседство кампуса. Ну вот это можно для пингалы, кстати, поставить. Или поставить... А, я наемников не открыл, да. Давайте это для пингалы. Тут, значит, кампус. И могу купить караван. Ну, видимо, из Джимы. Так, если что, я союзы открыл. Так что, когда у вас там будет, кидайте. Окей. То есть, я так понимаю, мы что... Мы не скипаем, да? Финикия где-то тут должна быть. По идее. Вообще, территория... Как-то так много территорий для Пангеи. Получилось. Так, значит, это у меня будет седьмой город.
Давайте думать, где хочу ли я где-то еще поставить. Ну, вот тут у меня вот ощущение пустоты. Правда, вот здесь нету холмов. Не, вот есть холм. Здесь как-то... Ну, тоже, кстати, есть варианты. Но тут как-то слишком лояльность. За уникальную юниту одиночку или два дают? За уникальный 4 дают. Да. А, вот 4 аж. Понял. Мгновенно предоставляет квадрирему. Так, это к следующей эпохе надо сохранить. Ну, кстати, могу побегать заодно этим юнитом. Так, здесь... Выкупаем клетку, вырубаем и строим. Ага. Нету. Нету юнитов. А, нету жителей. Так, ну что, тогда может Мачу-Пикчу, кстати. Кстати. Причем вот здесь. Так, я хочу на максимальный рост поставить 5 ходов, а так 6. Всё, на рост. Я думаю, надо тут... Или не надо, просто стоим дальше. Но он через речку не убьет. Блин, я поселенец в бурю. Прямо в бурю прямой наводкой. Так, я там... На 10 часов сказал мне Египет, там где-то Калькутта должна быть и, соответственно, еще какое-то чудо природы. Гал, предложение. Так, еще раз напоминаю, что у меня есть лишний янтарь. Готов меняться. Скоро чай у тебя есть? Но скоро нет, будет чая чай. Нету. Скоро будет. Строительство готово. Ну, давайте в образование. У меня все еще нету ни одного кампуса, правда? Ну, я в Гондоре хотел правительственную площадь сделать. И что-то... Ну, надо рабочего купить. У нас до конца 4 хода. Лечусь. Вообще этого скаута поймать. Так, я сюзерен Канди. Пока больше нету смысла не Таругу отправить, потому что у меня нет университетов. Кстати, что оно дает 5 единиц науки во всех городах. Ну, это, кстати, круто. А кто союзит? Пигмей. Это Финикия, да? Вот почему у Финикии так много науки, кстати. Это благодаря Таруге. Спасибо. Ну, блин, где-то Калькутта. Блин, реально столько места. Вот тут у Египта города ставить, смотрите. Вот кампус на плюс 4. Вот кампус на плюс 4. Вот тут кампус на плюс 5. Так, в какую сторону? Наверное,
Лучше в эту сплавать пока. Ну тут у меня просто скаут бегает и так. Она заходит так, господи. Не. Не. Извините, что мы во время вашей семейной драмы тут в циву играем. Да. Хат на скауту, к сожалению. Блин, какое тут не очень место, на самом деле. Смотри, вот эта пустыня грустная. И я тут не смогу нормальное... Ну, хотя как ты смогу? Наверное, вот сюда кампус, а вот сюда святилище. Как-то так. Ну, священных мест как-то не очень тут. Так, а давайте я рабочего все-таки в Гондоре куплю и пойду... Вырубай. Я ж могу тут район ставить уже, да. А, даже не в Гондоре, в Джуме куплю. Потому что я вот сюда хочу правительственную площадь поставить. Это уйдет плюс один от леса, но и придет. Плюс один от правительственной площади. Эта речка перестанет... Да, убили скаута. Прощай, друг. Ты был классным. Наемники. Так, вот это имеет смысл поставить карточку сейчас. Привет, Ранси. Военный лагерь. Так, так, так. Монархия. Здоровенький. Поставить карточку на апгрейд. Так, давайте мы уже строители. Я их практически не строю, а вот... В ресурсах. В деньгах, конечно же. Так, апаем пращника. Апаем пращника. Где еще? Вот он. Так, вернемся пока. Здесь пропустим ход. Я хочу сохранить производство для дипломатической площади. Тут стоим, лечимся. На 10. Да, слушай, а от Шедета в Калькутту все те же 10 часов? А, еще раз, еще раз. От Шедета. Калькутты все еще 10 да, часов? Да, 10 часов, да, да, да. Где-то... Ты Венецию нашел? Нет. Я Буэнос-Айрес только нашел. В ту сторону. Да, туда где-то влево. Пока 10. Держим послов. Амбар. Да, тут мы тоже пока ничего не производим. Вот здесь у нас рост. И... Территории много, мне кажется. Да, много. Так, вот сюда можно промышленную площадь ставить. Тут будет дамба. Хорошо, освещенное место. На плюс 5 есть. Вау. Давайте тут рабочего купим. Значит, священное место. Угу. Меточку на всякий случай. Священное место. Промышленная зона. Дамба. И амбар построим. Так, тут отложили производство. Наверное, все-таки стоит еще одного поселенца купить. Ну, напоследок. Ах, мы встретились.
Ну, я шел к тебе. Где-то... А, ты, наверное, Венецию засоюзил, да? Ну, то есть я Венецию встретил только что. Ну, вот от Венеции куда идти? Право, да? От Венеции нет. Влево на 7 часов. Влево. Окей. Просто там чудо, напоминаю. Я не то, что прям встретить индуса хочу. Я хочу чудо найти и получить реликвию. Так, сколько ходов? 2. Следующим ходом надо не забыть купить посела. Я сменил клетку, да. А, блин, тут... Блин, тут лошади, что-то я не заметил. Тогда надо тут строить. Тогда надо в джиме это делать, а не в Гондоре, блин. Тупанул, тупанул. Снова. Лёша снова тупанул. Это нормально то, что у меня уже в столице есть значок энергии? Нет. Тогда странно. Ну, там ГГшка есть, которая энергию дает. А, да. Да. А, давайте тут центр коммерции тогда построим. А это будет для джимы. Тогда, значит, вот тут надо дипломатически ставить правительственную площадь. Что такое консульство? Тут пишут, типа... Ну, это в... Оно строится в дипломатическом квартале. Да. Ага, это вот, который, типа, правительство, но, типа, диплом. Ну да, с такой правительство, но открывается математика. Mm-hmm. Понятно. Спасибо. Интересно, я последний вообще, кто еще кампус не построил? Нет, еще Галы и Египет тоже такие сидят. Без ничего. Но, тем не менее, у меня в сравнении с Галом в 2 раза больше науки, а вот с Египтом примерно одинаково. Так, сейчас последний ход. Надо покупать посела. Надо покупать строителей. Строителей... Так, вообще сколько? 313. Посел 180. Ага, хватит. Тут строителя мы купим. А посела... Ну, я все-таки хочу где-то сюда ставить, похоже. Блин, вообще сюда можно тоже неплохо город поставить. Вот на этот... Чего пиздил? Ну, короче, в любом случае, ваду и покупаем. Блин, один ход. Давайте мы подождем, когда он сам. Не хочу деньги тратить сейчас. Я вот шапну. И ускорили машиностроение. Ты выполз. Сидел бы в своем городе дальше. Так, тут проплыва нет. Возвращаемся. Наверное, давайте
выковыривать рис уже. Хотя я на автомат поставлю этого. А, вот где финики. Ага. Вот видите, Галу ближе было финике, поэтому в эту сторону быстро. Ну, фиговые места у Галы. Откровенно скажем. Просто фиговые. Так, когда Джима-то обратиться? Чё за фигня? Е-е-е. Котел из Гандеструпа. Е-е-е. Кайф. Канди, конечно, крутой город-государство в том плане, что когда ты не нашел ничего. Да, тут я откладываю на один ход. Во всех остальных городах... А, в Десса я еще не решил, что... Ну, давайте, наверное, гавань. Или... Или надо было бы... Этот... Не, ну тут рядом столица, тут очень вряд ли... Во-первых, вряд ли будет француз города... Хотя... Блин, тут шелк, он бы, конечно, на это озеро бы поставил, скорее всего. Но город вряд ли будет отваливаться по лояльности. Все в золотую. Может, мне дальше монументальность взять, я вот думаю... Ну, хотя соседство центра коммерции Гомешес науки тогда не будет. Ладно, давайте вольнодумство. Иначе отстанем по науке. Короче, я хочу сюда поставить город, не знаю почему. Ну, вот такое у меня желание непреодолимое. Священное место на плюс 5. Ну вот Адуя уже православная, а Джима нет. Как это может быть? Что происходит? Мое предложение. Пигмей, я надеюсь, ты не ко мне идет? Ну он выкупил, чтобы тут кампус. А, я не думаю, что мне имеет мечник? Смысл... На это обижаться, даже если тебе, у меня тоже есть место для кампуса. Знает. Поэтому. У тебя стены стоят. Ну, mm-hmm. Вот я потом я вижу. Просто интересуюсь. Решил чуть-чуть мощь свою увеличить. Военную. Mm-hmm. Так, пошли в монархию. Ого, тут все это надо взять. Ну ладно, так, давайте квадрирему. Кстати, может мне тут сделать? Я, наверное, смогу, может, кого квадриремы тут. А, тут уже англичанин со всеми разобрался. Жаль. Так, и вот теперь можно карточку... Ну, подождите, может мне еще мечника апнуть? Так, и вот теперь карточку на корабли. И в Микеле две галеры. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!